Благодарим подписчикам и гостям. Я Джетли, и я вас поздравляю с новым 2019 годом. Надеюсь, что год сутулой собаки от нас уйдет, и год золотой свинки принесет нам много нового и много хорошего. Ну, если честно, я не знаю, как у вас, но у меня этот год был годом сутулой собаки. Я надеюсь, что вы празднуете со своими родителями, либо родными людьми, либо своими любимыми людьми. Это очень здорово. Хочу вам пожелать в новом году счастья, исполнения желаний и всего того, что вы хотите, чтобы исполнилось. Надеюсь, в этом году нам с вами не придется плакать, не придется грустить. Надеюсь, в этом году у нас все будет отлично, прекрасно и хорошо. Но помните, что просто так ничего не происходит. И мы должны способствовать тем вещам, которые мы хотим, чтобы произошли. И сегодня буду эльфом. Простите, что не отмечаю Новый год с вами, но пока что я хочу вернуть свои долги новогодние своим родителям. Ой, закрыла микрофон случайно. В общем, хочу вернуть свои задолженности своим родителям. Но я обещаю, если нас станет в следующем году гораздо больше, ну, 10 тысяч, и хотя бы, ну, 10 человек, которые смогут со мной отметить Новый год или Рождество, как вам угодно, как вам удобно, я проведу новогодний стрим. Вот. Я очень рада, что вы со мной. И честно, я хочу вам сказать спасибо, огромное спасибо, потому что у меня в этом году и в прошлом были такие ситуации, в которых я не справилась бы и без вашей помощи, без вашей моральной поддержки, без ваших теплых слов. Серьезно. Я это очень ценю. Я не могу сказать, что я люблю всех и каждого, но если собрать из вас одного человека собирательным образом, то скажем так, что этого человека я просто обожаю, что он навсегда живет и будет жить в моем сердце. И я особо не меняюсь. Я так буду думать всегда. Сколько бы вас ни было и кто бы вы ни были, если вы несете добро в этот мир, то я буду всегда вас любить. А сейчас я с вами попрощаюсь. Ну, ненадолго. Постараюсь ненадолго, потому что я очень хочу снова с вами поговорить, снова с вами увидеться, вам что-нибудь новое рассказать, показать, как что-нибудь делается. Просто если вы хотите этого, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Ну, рассылайте это видео друзьям, поздравите их тоже с Новым годом, потому что я поздравляю всех, кто смотрит это видео. И всем желаю самого хорошего. Пока, ребят. До новых встреч.